Міжнародний день танцю згуртовує дуже гарних танцюристів, відчайдушних. Вони увесь час на хвилі, вони мають сили, вони вміють рухатись. І, звичайно, сьогодні ми будемо говорити про танці, про цей день і про тих людей, які багато чого зробили для бально-спортивного направлення. От саме сьогодні у нас гість – це Олег Петровський, засновник та керівник бально-спортивного клубу. І не лише бально-спортивного клубу, тому що і фестивалі, і турніри ви теж засновуєте. І завдяки вам от таке бальне життя, бально-спортивне життя в нашому місті розвивається і з кожним роком наповнюється ще більше, і багато людей приїздять з інших навіть країн до нас сюди, в Дніпро. Тож, раді вас бачити, пане Олеже. Дуже дякую, але я буду спілкуватися російською. Будь ласка, так. Да, дійсно, спасибо, сьогодні день танця, і от, ну, буквально 3 дні назад нашому колективу, у нас ну, не юбилей, а очень интересный возраст, 33 года. 33? 33 года, возраст Христа. И вот мы обычно, как вот раз в 5 лет у нас вот большие мероприятия. Так что, думаю, если все будет в порядке, через 2 года 35, и мы вновь сделаем такой юбилейный концерт, и вот будем всех приглашать, и вас, чтобы вы посмотрели. И это не что мы вот, как бы, в течение 5 лет... Пятирічка, да. Потрібно, да. Дело в тому, що да, зміна поколінь, ребята бросають, уходять в другі професії, але все одно, как бы, люди остаються, люди танцюють, і це радує. Звичайно, танці взагалі це такий, мабуть, особливий осередок, де людина або живе в ньому, або ні. Тобто ти, якщо вже полюбив танці, ну, то вже, мабуть, на все життя. Ну, от, діло в тому, що раніше бальні танці називалися от бальні танці, сучасні танці, бальні танці. І ми все время шутили, що, ну, бальні танці, якщо ти заболів, то навсегда. Тобто, це дійсно бальні. Ну, зараз время движеться вперед, і більше, звісно, вже, навіть от не говорять спортивні бальні танці, а спортивні танці, і от буквально там останні 5-6 років, уже даже нет, больше, 8-9, есть такая терминология, как танцювальний спорт. Угу. Тобто вже все. Зараз, якщо вже це спорт, то є турніри, є вимоги, і є ось та відповідність, якою треба бути наділеними. Так? Тобто будь-який колектив, він, ну, чи колектив, чи просто окрема пара, наприклад, вони виконують вимоги і повинні чітко слідувати їм. Да, вот, скажем, буквально, ну, Всемирная Федерация WDSF буквально, ну, 5-6 лет назад начала менять правила, потому что есть мечта, чтобы танцевальный спорт был представлен в Олимпиаде. Ну, вроде бы через несколько лет экспериментально такое может произойти, поэтому все эти правила, судейство и оценивать должны... Вот хорошее есть украинское слово, подпорядковываться этим нормам. Но это немножко сложно, потому что, в принципе, ну, всегда... Ну, же? Танцюристы. Да, это искусство, это сравнение. Так. Это вот, ну, как бы, нравится, не нравится, но, опять-таки, нравится, не нравится. Есть куча, как бы, большой многотомник правил, что должен сделать нормативы, танцор, когда, нормативы, что, какую музыку, все. Ну, первый критерий – это судейство. Ну, вот последние 5-6 лет... Все это пытаются разделить вот как фигурное катание, то есть вот по баллам. То есть не просто там вот 5-6, а сейчас у нас разделили 5,5, 5,25, то есть даже разделили по вот на 20, ну, на сотые. Да, начала размежевывать. И отдельное все, то есть это, с одной стороны, для судей очень сложно, потому что это нужно как компьютер успевать все это оценивать по отдельным критериям. Но с другой стороны, это добавляет как, ну, не то, что даже спортивности, а... больше ответственности, что данный вид переходит к спорту. Хотя это очень тонкая грань. А вам как больше хочется? Чтобы это был спорт? Чем мистецтво? Вы знаете, я за гармонию. Чтобы было разумное сочетание спорта и вот искусства. У нас же как, ну, много федераций, разные федерации танцевальные, и кто-то предпочитает, что нет, это фестивали танца. Кто-то говорит, вот наша федерация ВФТС всеукраинская, в которой наш коллектив, мы находимся, говорит, нет, это танцевальный спорт. И вот надо все-таки находить эту грань между и тем, и другим, так как все равно это искусство, все равно это
спортивные, точно так, как фигурное катание, то есть как там фигуристы на льду, ну гимнастика там немножко другое. Усложняются фигуры, усложняется техника, усложняются требования, но все равно, как сказать, без души ты не сможешь станцевать. Звичайно, так. Поэтому это все равно вот это разумное сочетание, которое, может, наверное, и делает вот те пары, которые являются топовыми, они являются топ, потому что они могут это показать, могут это просочетать. Вони вже настільки вишкалені технічно, що вони вже можуть показати свою душу, так? І це теж. Іноді навіть вот, ну, в далекому прошлому Алан Тонсберг, великолепний танцор, он все, то есть первые, вторые, да, он занимал призовые места, но он не стал чемпионом мира, но когда они выходили на площадку, публика взрывалась, да, кто-то. Есть и другие пары, есть у нас вот на турнире была пара из Словении по 10 танцам, ну, они выиграли у нас турнир, это было 5-6 лет назад, Вадикар и Надя Бычкова, кстати, девочка из Харькова, и вот они выходили на паркет, и все, вот почему-то, вот хочешь только на них смотреть, вот только на них, а потому что вот они как это вот купаются в танце. Им это нравится, и они могут показать вот эту технику виртуозную. Хотя, может быть, кто-то и лучше танцует. Может быть, технически какие-то все эти моменты. Но вот хочется смотреть на них. А вот бачите, а если будет спорт и будут вимоги, то, можливо, та улюблена пара по якимось критеріям і не стане найкращою. Можливо. Тобто ми втрачаємо трохи щось. Ну, от, опять-таки, це віддається на... Для судей это их решение, потому что вот есть зрители, есть судьи, вот сейчас очень много танцы со звездами, пару вот этих всех фестивалей, этих конкурсов телевизионных, они тоже очень как-то, не то что нужны, они повышают вот этот интерес к танцевальной культуре, и вот там видно, вот, во-первых, видно, что это большой труд, и все равно без себя, без души, без этой, то есть техника техникой. Но если не будет одного и другого, не будет этой гармонии, как так. Я сказал. Ну так, да. Правильно. Давайте ми зараз подивимося ще. Ви принесли з собою такі буклети. Ну, я покажу. Да. Ось як тут, ого, 1900, ну тут багато років. Да, 88-й це початок. Это день основания, ну, год основания нашего коллектива. И вот мы на 30 лет сделали такой юбилейный буклет, где попытались собрать... Да, це ви тут? Да, да, это ага. Да, было такое. Ничего себе. Всю нашу историю, да. Ви танцювали скільки активно, скільки років? Ви знаєте, порядка, наверное, около 10. Нет, вру, где-то 7-8, потому что потом, к сожалению, ну, начал поздно танцевать, где-то лет 16-17 для спорта, для танцев. Но потом нужно было или танцевать, или делать карьеру преподавателя. А вот совмещать, к сожалению, очень сложно было. Угу. Вот, кстати, вот ребята, пара маленькие, вот это руководитель сейчас в Днепропетровске, это, ну, он с другой девочкой, с партнершей Андрей Камышный, сейчас они чемпионы по 10 танцам Австрии. Тоже вот парень маленький, да, да, Александр Бережной, в 13 году стал вице-чемпионом Украины по 10 танцам. Это самая сложная программа. Угу. То есть вот эта вот история, которую мы попытались собрать вот, в наш буклет. Насколько и... это добре, потому что сколько всего можно побачити, какие тут знакомые обличия, и да, багатьох мы да. знаем, и среди турниров бачили. Дуже часто зараз вони викладачами є, вже судді, багато да, з них, да, тут видно, цікаві дуже особистості, вони самі по собі, так? А ось тут, коли дивишся, як вони в танцях, то і як вони Некоторые колись были виглядали. Детьми, да, так, эти. Дуже настільки цікаво це подивитися, мабуть, добре переглядати це тим молодим, хто до вас приходить, щоб вони теж надихалися і хотілося їм теж так само себе представити і так само танцювати. Скільки у вас є направлень зараз в школі? Вы знаете, у нас всегда вот как основные направления это три. Это вот спортивная, бальная, которая делится на европейскую и латиноамериканскую программу. Это социальная, то есть социальные танцы это сальса, аргентинская танго, зумба и современная. Современная это, понятно, хип-хоп, джаз, джаз-модерн, вот это направление.
Тут багато дуже викладачів, і ось так перелистимо, все не встигнемо показати, але ну, хоча б там основних дуже багато, так? Ви зробили таку серйозну школу танцювальну в нашому місті. Ну от, коли у нас був юбілей в оперному театрі 25 лет, і теж телевидення, і так інтересно, що 25 лет, і теж був стенд, і було 25 преподавателей. То есть вот 7-8 лет назад, 25 преподавателей. К сожалению, вот экономическая ситуация, смена там поколений. Сейчас порядка 10-12 преподавателей, но все равно вот, ну, все мы одно, да, вони, сохранили вони костяк, є, вони так, є, вони, они работают. Мистецтво зберегли. Ми зараз ще побачимо ті фото, світлини, ось теж, де можна побачити ваших вихованців. Тут різні концерти, мабуть. Так, це от міжнародний турнір Кубок Станіслава Шкляра, який проходив і во дворці Метеор, і в Міноре, і во дворце в спортивном шинник. То есть это вот баскетбольная площадка, потому что у нас определенные требования для паркета, для всех условий, а международные тем более. И вот это вот, кстати, после 18-й год турнір. От якраз 18-й, він, мабуть, такий найплідніший був, тому що пережили ми карантин, 19-й, 20-й нам не дав можливості нічого зробити, тобто ось так якраз, ось так 18-й, мабуть, він ще поки збирав ось таку купу людей. А як зараз? Як, до речі, чи ви онлайн проводите тренування, чи якось ще... Ви знаєте, я от, ну як, ярий противник онлайн. Потому что научить, как вот раньше во времена говорят, ой, говорят, а можно учиться по телевизору? Конечно, можно, только тогда вам и диплом по телевизору покажут. А вот поэтому, когда был жесткий локдаун, мы не смогли работать, это было в том году. В этом году ограничения, да, выполняем, потому что и людей не так много, меньше, потому что после того, как полгода не потанцуешь, часть детей бросают, часть это, то есть это, к сожалению, наши реалии. Но мы занимаемся, танцуем, к счастью, и, скажем так, должны, соблюдать ограничения, там не более 10 человек, 8, в зависимости от квадратуры. Слава Богу, у нас залы большие, вмістительний, ну, і це дозволяє доділити. Дуже то, гарно, такі зали широкі, і там є де танцювати, ніхто ні з ким не зіштовхується, ні, ну можливо, так? Ні, ну це від опиту залежить. Як так кажуть, дві пари зіштовхнулися, так? Це є теж така, що іменно дві пари іменно на цій точці столкнуться при любому конкурсі. Теж такий прелесть, тому що, ну, це як це опит. Пане Олеже, з приводу суддів, ось в Дніпрі у нас є дуже такі серйозні судді, і вони міжнародного класу. Які вимоги до них і які є критерії от суддівського оцінювання? Чи, як нам кажуть, судді завжди праві, чи ні? Ну, скажімо так, це дуже складна ситуація, тому що у нас, от, ну, к сожалению, или к счастью, не знаю, Україна – інтересна страна, і в ній около... Ну, я боюсь чуть-чуть наврать, но порядка 30 организаций танцевальных вот нашего жанра. Обычно в Европе, в мире, ну, 2, 3, 4, там, альтернативные, другая, есть профессионалы, есть по одной версии, есть по другой версии, то есть, ну, как в любом виде спорта или культуры. И вот, ну, я отвечаю, как бы я член Всеукраинской Федерации танцевального спорта, который, в свою очередь, является членом WDSF, то есть это Всемирная Федерация, ну, где проводят чемпионаты мира. То есть критерии очень как жесткие. Каждый судья, и в принципе это в любой организации, они посещают конгрессы, они учатся. Без того, как посещение конгрессов, они не могут... не можуть отримати рівень своєї кваліфікації. Треба його підтверджувати, так? От ми зараз бачимо відео, ви представили дуже яскраві пари, і тут ми теж можемо побачити суддівську раду, яка представлена саме на цьому конкурсі. І ми бачимо, що вони дуже так ретельно дивляться, слідкують за кожною парою. От ви теж, так, суддя? Так. Що ви помічаєте? Міжнародний, так? Міжнародний суддя. Що ви помічаєте найперше, от чим повинна пара вразити і ви поставите найвищі оцінки, наприклад?
Опять-таки, это, смотрите, не то, что сложный момент, мы оцениваем, то есть вот четвертьфинал, полуфинал, финал. То есть мы должны отобрать судьи из 24 пар, мы должны отобрать 12. Здесь более легко, из 12 6 это финал. Почему? То есть ты сравниваешь пары, и за 7, 10, 12 секунд, что ты видишь пару, ты должен все критерии, которые являются основными, такие как музыка, техника, линии, презентация, все это проанализировать, увидеть пару, это тоже большой опыт, и как бы двоичная система поставить или плюс, или минус. И вот сейчас и в финале, полуфинале по всемирной организации вот эти баллы пошли. И ты еще, когда пара попадает в пункт, ты должен эти баллы расставить. Но в финале не то, что проще, может быть. Вот ты уже расставляешь ребят по местам с 1 по 6. И ты должен опять-таки тоже, ну тут уже легче, тут 6 пар. Тут уже это лучшие пары, которые прошли отбор. И тоже, как бы, не прелесть, а весь интерес все-таки, что стоит 7, 9, 11, 13 судей. И у каждого судьи, в принципе, ну, есть какое-то свое мнение в зависимости от опыта. И он может поставить ту или другую оценку. Опять-таки, она может меньше или лучше. И вот, а тут уже арифметика. Из суммы этих оценок и появляется тот результат, который появляється у пари. Тобто не треба зразу казати, що судді не дуже там оцінили, так? Да. Треба подумати, а що я зробив? Вот. Тобто судді теж люди. Якщо ти виходиш емоціонально, тобто навіть вот, ну, я працюю з парами, говорю так, ну ти великолепний, ти класно танцюєш, ти технічний віртуоз, але ти вийшов і весь працюєш, думаєш, що... Ну, это неинтересно. Если ты вышел, ты весь светишься, тебе нравится. Ты покажешь, что, ага, тебе нравится, ну, значит, и судье может понравиться. Потом судья ну, сразу видит, ага, это вот на миллиметр туда или на миллиметр сюда. Но ты показываешь, что вам с партнершей это нравится, и еще что очень как маловажно, то есть это ваша история. То есть, когда выходят пары, и когда им, ну, вот, ну, да, ну, вот судьи, зрители, и вот они в танце. Это очень давно один английский педагог сказал, я до сих пор помню. Вы должны показывать не свое тело в танце, а вы должны своей пластикой показать характер танца. И вот это, к сожалению, как бы вот, ну, немногие ребята показывают. Но это если видно на паркете, и ребята... Все, сразу, без вопросов. Первое место, а потом уже будем разбираться, где каблучок, где пяточка. Класс! Поэтому вот, если это видно, то это, ну, это видно. Ну, це танці. Да. Пане Олеже, ви настільки, з таким захопленням розповідаєте про свою роботу. Ну, мені здається, що це, знаєте, як велике щастя. Коли є робота, є таке натхнення, а ну, аби ще вона приносила вам те, що хочеться, так, ті здобутки, які можуть бути і реалізовувала ті ваші мрії, які були поставлені, можливо, колись, можливо, зараз ви ставите їх, але щоб була реалізація. От того ми вам і бажаємо. Дуже дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії, принесли з собою багато чого цікавого. Ну, ось цей наостанок покажу ще. Ось такий буклет, дуже гарний, це теж був, ну, от календар. Це все було зроблено ще 2 роки тому, я думаю, що попереду багато ще турнірів буде і цього року, і наступного, і будемо чекати тих кращих результатів, і будемо слідкувати за парами, які виходять на паркет і одразу всіх очаровують, тому що вони найкращі. Дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.